79 команд нежити, да. Не знаю, вот это вот мне ну реально не нравится. Мне старое как-то больше нравилось. Вот эти вот штуки меня вообще мало интересуют. Дарья, не написано в конце, ну, типа, во второй половине написано июля. Так что ждем. Ну ладно, тут хоть не самые страшные эти. Освальд герой, угрюмый. Все-таки старый вид как-то лучше был, и опять же, не видно количество игроков, меня прям дико раздражает, вот, ну прям совсем. Значит, 1 августа. Ну окей, значит, 1 августа. Инфраструктура. Вот почему они сюда еще тогда стадион куда-нибудь не воткнули? Типа, вот здесь вот. И чтобы вот так вот все текстом было написано. Мелким-мелким таким, чтобы ничего не было разобраться. Отвратительно вообще, не знаю. Гули мелковато. Ну, не знаю. По мне так нормально. Они, в принципе, они в первом ТББ были небольшие, насколько я помню. Они должны быть мелковаты. Они же эти, мутанты. Которых там перекорячило бедных всех. Тутанхамон древнейший, нормально. Привет, Дудлис. Труп и карлик. А может это и есть? Может они из дворфов вылезли, откуда ты знаешь? Или хоббитов? Все-таки бета с одной Т пишется, что я помню. И у нас нежить на нежить! Ура, ура. Команда соперника, давай посмотрим, кто у нас. Вайнис какой-то, я не знаю, кто это. Больше скелетов, три гуля. Все то же самое, как у нас, только два переброса. В чем разница? А, больше скелетов, у него 12 игроков, я понял. А есть ли смысл в 12 игроках на старте? Что-то я не уверен. Бета-дед. А вот мои великие Peasant Strike Again. Не знаю, ну, судя по мумиям, мне прям хочется посмотреть на Кхемрей, например. Прям вот. Кхемри мне что-то заинтересовали, как они с виду будут выглядеть. Пока что я доволен внешним видом андедов. По крайней мере, больше, чем норсов. А что это чатик такой голубенький стал? Пошатывает, пошатывает. Вообще шикарно. А где мой скелетик? Где скелет царя? Или царь-скелет? А, вот он. Он занимает центральное. Главное центральное место. Паромщик, ладно. Тутмос четвертый. Грейвбашер. Диргнавлер. А в русских названиях, смотрите, пробелы поставили. Привет, Айрон Корва. Да, мертвечина.
Один гуляш в запасе. Так, лонера нету. Отрицательных эффектов нету. Отлично. Так, вот это они зря. Будем блицевать центр, значит, при таких раскладах. И поехали, значит. Ну, Гритос, я дефолтную раскладку взял. Так, давайте смотреть, что мы делаем, значит. Мумии 5 силы, у этого 3, это 4. Так, скелет. Самый важный игрок. Блин, какой же он вот здесь клевый. Самый важный игрок прикрывает меня тут. Эй, тут. Что-то не выбрался. Прикрывает меня тут. Значит, ты бьешь сюда, толкаешь сюда. А, здесь тако зона. И здесь тако. Ну, окей, ладно, пока что пусть будет так. Да, нет одиночек. Ой, прикольно выбивание. Так, мои кубы не очень меня порадовали. Дополнительный переброс, то есть мы сравнялись с прероллом. Некрос. Некрос. Ладно. Окей. Так, для начала бьем здесь. Не удалось. Ничего, так удары. Отвратительно. Если я встану на его место, я все равно смогу здесь пробежать. И перс не поправляет. Нормально. Ты бежишь сюда. Такие замедленные. Неспешно так. То есть мне придется делать удар без блока, да? Значит, сначала делаем блиц. Они такие неспешные вообще после бретонцев. Кстати, хорошо, что я сделал блиц. Нокаут. Так, мяч у меня защищен тремя игроками, окей. Шестерка, это хорошо. С таким звуком просто отвалился. Брык-брык. Окей. Скинка без хвостов. Возможно. А это как двумя кулаками бьет, странно. Могила Глот, Мохито Рез и так далее. Так, ладно. Ты берешь мяч? Ну или не берешь мяч. Лол, вы видели между ногами его такой, уйдь, и потерял? Ну ладно, здесь защита есть. До гулей никто не добегает, гули защищены. Здесь минус один гуль и, в принципе, плюс один гуль, если что.
Вообще забавно, конечно. Гули такие сделаны, прям неуклюжие ребятки. Ну, наверное, действительно чуть-чуть маловаты. Где-то процентов 15 бы им размера прибавить. А с другой стороны, они же скрюченные все там, как я не знаю что. Это интересный выбор. Удар мумией. Точнее, блиц мумией. Девятый армор, в принципе. Неожиданно. Вот это подстава. Блин, как же они круто шагают. Вообще, зомби шикарные. Так, эти бегают. Бегают как бегают. Без проблем. Тум, тудум. А он типа забегает, да, я так понимаю? Окей. Но они не то что мелкие, они просто скрюченные очень сильно. Понимаешь? Они именно в скрюченности у них проблема. Привет, Женя. Привет, все стоит. Блин, как же они клево ходят. Вообще просто отдосик. Используем наш сильный удар. И валяются они шикарно. Посмотрите на это. Что это за жопа такая торчит из этого? Давай посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Окей. Здесь я смогу продвинуться, если дам ассист сюда. Блин, даже походка такая неоднородная. Вообще круто. Да что такое? Что же мне так не везет-то? Так, ладно. Мячик здесь защитим. Три, четыре, пять, шесть, семь. Ну да, окей, ладно. С блоком. Фу, апперкотик. Апперкотик в лицо просто. Котик, апперкотик. Такая куча единиц, кстати, там набросалась. Так, с даджом он, в принципе... 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ну ладно, окей. Привет, Стар. Ну, такие, да, в шапочках стоят, отдыхают. 3, 4, 5, 6, 7, да? То есть я его подставлю. Ну, окей, стоим здесь. Пробуем тут. Тут у нас даже что-то удается. Не-не, шлем у них только на карточке. Здесь они как бы играют. Не, вообще очень круто смотрится. Зомби прям вообще шикарные. Вот эти вот бретонцы дохлые тоже отлично смотрятся. Мумии, ну, чуть хуже. Чуть-чуть совсем хуже. А скелеты, на мой взгляд, маловато защиты на них. Могли бы маечку какую-нибудь, да, там поставить, и было бы вообще же хорошо.
Ну, с остальными нормально, в принципе, ничего такого. Выдержал удар, кстати, мумия. Зомбяк молодец. Он что-то знает про эту игру. Какой вот этот? Умертвий. Почему умертвий, я не понимаю. Почему не умертвие? О, это надо переролить. Ой, как хорошо переролил. Надо же. Ни мне одному не везет. С пробойчиком даже. Без длительных. О, окей. Ладно, реген сработал. Реген сработал, окей. Минус многосильный игрок. Это просто отлично. Теперь вопрос. Теперь вопрос, почему я водовоз? Так, ты встаешь? Толкаюсь сюда. Здесь ассист снят. Соответственно, я могу сделать блиц и вытолкнуть в райта. Отлично. Здесь ребята лежат и ушами, собственно, шевелят. Тоже прекрасно, значит. Этот парень, Павел. Здесь можно освободить игрока с большой долей вероятности. Давай думать. Тебя сюда. Мяч пока что вроде в безопасности, так что делаем удары. Шикарно, стрелки меня устраивают. Даже здесь меня стрелки устраивают. Иди отсюда. Где я теперь в безопасности, более-менее? Более-менее я в безопасности тут, в принципе. Так что... Где еще? Еще раз, пожалуйста. Тут, да, я в безопасности? Тут где-то. Здесь можно сделать удар. Этих ребят, стоит ли их освобождать? Могу дать сюда ассист, сюда сделать удар. У меня с... Ну, блин, ребят, для зрителей рано. Они же сказали, что сначала наполнят контентом типа это. Новыми командами. И только потом... С каким же он клевым хрустом упал. Не торопится, да? Густав. Без длительных, окей. И регенерация не сработала. Покушал немножко опыта. Он уже двоих, кстати. Освальд герой, прям реально победитель. Привет, Легислав. Раз, два, три, четыре. На четыре игрока меньше он дает уже, чем меня. Хорошо. Ну, да, скелет он будет избивать. Ну, легислаты, они клевые, но маловаты, на мой взгляд. То есть, вот, он чуть-чуть маловат. Его чуть-чуть прям побольше. То же самое, по сути, что с этими, с вульфинами. Не, они иногда еще, кстати, апперкоты делают. Кронет, привет. Ну, это понятно, что здесь будут возить по полю моих ребят. С этим ничего не поделать. Какой-то у меня слабый мумий.
Он что-то все время страдает. Уже второй удар пропустил, второй удар пробой девятой брони. Ну, я не знаю, какие они по флафу, но чисто визуально они слишком мелкие. Конечно, да, если он там выпрямится, вот этот свой горб выпрямит, тут все нормально получится. Единицу перебросил на двойку. Зря он это сделал. Может вообще блиц сделать. Так, надо бить вот этого парня обязательно. А, так, тебе надо обязательно вставать. Тебе надо обязательно вставать. Ты будешь здесь стоять. О, кстати, слушай. Ловко бретов. Да, ребят, это вы хорошо напомнили. Надо, надо, надо. Так, ты закрываешь... никаких фолов. А где мой царь-скелет? А, царь-скелет, да. Вообще нарисованы шикарно. Вот эти вот движения, когда ему, ну, чуть-чуть не падают такие ребята, шатаются там. Так, это блок с блоком. Пошел вон. Ну, что ж ты такой парень-то, а? Ты же можешь, я знаю. Двоих же ты уже осилил. Так, ты прикрываешься здесь. Или тут. Наверное, тут безопаснее для тебя. Дальше. Ты отсюда-сюда, блиц. Ну, давай-ка для начала мы тебя переведем. Он типа толкнул руками. У него три вида анимации ударов. Толчок руками, короче. А, не, он не толчок руками, он скорее хлопок делает, как в ладоши, только по голове. А, о, еще прямой удар у него есть, оказывается. Да, они такие. Вообще, визуально Сид очень шикарно, прям, ну, совсем шикарно визуально сделано. Кроме, наверное, скелетов, и то тут такое... Скелетом, ну, брони маловато, хотя... Стоп, это зомбак. А где мой скелет? А, вот он, царь-скелет мой. Ну, брони мне на скелетах кажется маловато. В остальном круто. У врайтов, вайтов точнее, вайт, у них несколько анимаций удара, что тоже шикарно, на мой взгляд. Наверное, штуки 4 анимации удара у них, это просто отлично. У зомби визуально сделано сами по себе очень круто. Вайтспо. Очень спасибо, посмотрю. В смысле гули бегают криво? Нормально гули бегают? А мумии должны быть медленные. Пролежи как этот, Рамзес 116-й, там, хрен знает сколько. Вот
Вот этого парня жалко, конечно, он отстал от общей тусовки. Потому что мы не будем ходить. Он просто встает. Здесь разборки. 5-6 с одним ассистом, да? Либо бить без блока. Ладно, подумаем. Возможно, удар сюда. И потом удар сюда. С блица. А, не с блица, это... Стоп, а здесь ассистов реально дать? Раз, два, три. На один куб, в принципе, реально. Ладно, думаем дальше. Здесь ребята друг с другом пусть развлекаются. Возможно, надо будет делать удар без блока. Либо... Да, вот здесь, скорее всего, надо будет делать удар без блока сначала. Потом здесь с ассистом надо будет делать удар с блоком. Окей. Думаем дальше. Этих ребят, возможно, перевести, возможно, нет. Пока не знаю. Тебя точно сюда. Можно скелета вытолкнуть, если сильно хочется, но мне не хочется. Так, дальше этот парень куда-то добегает. Соответственно, давай-ка защитим слегка. Так, вот защитим слегка. Отсюда ему будет неудобно бить, я знаю. Если вниз отдоджится, то вполне. Удар здесь. Шестерка, хорошо. Борис за траблмейкер. Нормально. Борис траблмейкер, это просто шикарно. Привет, Луцан. Ну, это пока бета. Это open бета, мы ее тестируем, собственно. Давайте последуем, если что, просто перейдем. Он не добегает до меченосца нормально. Соответственно, нас это устраивает. Куда мы можем перейти? Можем перейти сюда, чтобы с этого зомби ассист снимать. Наверное, это даже хорошая идея будет. Так. И сейчас надо кинуть 1D без рерола. Давай, парень. Шикарно. Ну, тонко. Это open beta. Привет, Вуду. Да, Гуд живет шлем. Ну, у Нурглей, у них... Ой, как он упал, забавно. Это падение, это даже что-то покруче бретонского блицера. Так, давайте придумать, куда я могу сделать какие удары. Мумиё идет. Стоп, а если я этого парня уберу, то Мумиё придет к Мумиё. Это даже шикарно будет. То есть мы идем сюда. Мумиё идет сюда. Это 1D. Ну, фалить я на самом деле не хочу мумию, но возможно. Возможно, это реально. В принципе, у него одна травма, хотя у него все равно 12 игроков, и будет 2 драйва на подъем.
Да, Тонг Мумия, бегай без одиночки. Так, это зомбак. Это мумия, возможно, с блица заходит сюда. Толкает сюда игрока, если что. И у нас есть еще блоки при таких раскладах. Да, и мумии две. Вот одна мумия, вот вторая мумия. Так, сильный удар работает. Неудача. Мумия зомби сгнил. У зомби тут нет разложения, да? Только у нурглей. Неудача. Теперь скелет. Давай, скелет, покажи нам, на что ты способен. На, с ноги! Ну, давай вот этот парень. Ему надо было особо медленную сделать анимацию этого фола, на самом деле. Прям особо медленный фол. Сколько делать 2 ГФИ ради... В принципе, я и ничего не проигрываю, если я ГФИ фейлю. С другой стороны, я и ничего не выигрываю. Ну что у нас у новых фракций? Это андеды. Самые обычные андеды из первого ББ. Я особо разницы не заметил никакой. Собственно, гули без регенерации, но с выходом в додж, ну, в ловкость и стандартные. Зомбаки и скелеты по 40 тысяч. Собственно, 5-3-2-7. Крепкий череп с регенерацией. Здесь тоже регенерация. Есть вот такая фишка непонятная. Я так понимаю, ты можешь оживить сам на выбор любого игрока из вражеской команды, который тебе хочется. Толкай. Нет, он не хочет толкать. Он все-таки хочет толкать. Окей. Это интересно. Освальд герой. Стрелочка. Да, Рэя. А, первого умершего. Первого. Я думал любого на твой выбор. Так, 2 куба. 2 куба это мне не очень нравится. Мне хочется 3 куба. 5, 6, 7. То есть надо дать еще один ассист. Ты идешь со скелетом разговаривать. Ты идешь со скелетом разговаривать. На следующий ход есть вариант с выталкиванием. Здесь удар сюда. И прижатие его к краю поля. С выталкиванием, кстати. Если ударить меченосцем, то можно вытолкнуть. И у меня есть один ход еще впереди. Дальше мы идем сюда. Блин, а он единственный, да, кто ассист дает? Все равно это будет в 2 куба. И этот парень может ударить в 2 куба. И этот парень может ударить в 2 куба. А я хотел в 3, ладно. Ты идешь сюда. Ты делаешь блок в 3. Сколько здесь 2-кубовых блоков. Ладно, теперь развлекаются наши гули. Удар ногами. Парень пропадает с поля. 5, надо 10 ассистов. 1, 2, 3. Что-то меня мало. Шанс на регенерацию 50%. Это 4 плюс после получения травмы. Ты должен регенить.
Отвалили. Так. Ну что, анимация фала скелетом? Ой, вот анимация фала скелета крутая. Ну, удалили, окей. Я все равно хотел анимацию посмотреть. Так, с перебросом есть шанс выкинуть скелета еще отсюда. Подвинулся. Подлец. А, он еще и так меня вытолкнул. Я его толкаю сюда. Отсюда я его толкаю сюда. И у меня никто не добегает, чтобы его выбить отсюда. А, стоп, добегает. Ну что ж, попробуем. Пока есть переброс, в принципе, почему бы и нет. Хотя, седьмой армор. Окей, бьем. Ладно, седьмой армор терпит. И еще один сильный удар работает. Анимация! Где анимация тачдауна? Он просто упал. А, во. Окей, неплохо. Все еще девочки, все еще танцуют, все еще с каменным лицом. Так, трое все еще в отключке. Да, похоже, на одного гоблина стало меньше здесь. Кстати, действительно, вот здесь раньше гоблин же, по-моему, стоял, нет? А, нет. Так, меня зовут Джонни Ноксвилл, и мы сваливаем. Да, им только оружие надо еще дать. А представляете, сколько бы он отсюда шел сюда, если бы до сих пор была анимация перехода. Как раньше была. Так, это зомби. Это зомби. Я пока зомби от скелетов вот с такой высоты не очень хорошо отличаю. Стук на заднем плане? По идее, никакого стука не должно быть. Браваны, да. Барабаны войны. Блин, мумия даже... Нет, взятка, что ты со мной делаешь? Ты заставляешь меня фалить зомбаками. Мув, спринт. Это как эти? Матросы на зебрах? Ой. Он откусил кусочек от моего игрока. Неудача, бывает. Зомби-скелет. Здесь, по-моему, то же самое, да? Зомби и кто-то там... И скелет, да. Давай, давай, зомбак, я в тебя верю. Что для тебя девятая броня? Ну, ладно. Ну, по крайней мере, днем будут только мертвяки. А, не, ну я все посмотрю. Я и бретонцев взгляну сейчас вот после игры. И этих, и орков. Нет, у скелетов нет выхода в силу. Только у этих, у рыцарей.
Почему можно? Ее нужно ролить. Ты же ролишь от 1D6. Ну, там. А, рероль? Не, реролить ее нельзя, регенерацию. Похоронный марш. Отлично, ну-ка давайте посмотрим. Похоронный марш. Отличная расстановка. Просто шикарная. Всегда так защищаюсь. Призрачный кулак. Да. А нурглов нету пока. Кого ставить на лосс? У меня есть мумиё. Да, и им, конечно, запасные нужны. Вообще не спорю ни разу. Прям чтобы обзапасаться ими. А, Хеслер, это нормально, потому что... В смысле, ты не можешь вернуться к записи на классическом аккаунте, или ты не можешь в бета-версию зайти? Потому что в бета-версии... как бы нужно заново аккаунт создавать. Сейчас я пас отдам. Пустить. Ты же как бы начинаешь играть на новом сервере, соответственно, на новом сервере нету твоих старых записей, соответственно, нужно заново создавать. Нет, хотя это диагноз. Дабл единички, квадро единички. Я что-то не хочу пока смотреть на анимацию смерти гулей. Что тут, знаешь, что-то у меня прям... Я даже не знаю. Так, ладно. А, окей, буквы ошибся. Не вопрос, бывает. Mm-hmm.
Учительница вообще говорила, что я школу никогда не закончу с моим русским. Бабуленьки летают всякие вокруг них. Конечно, два скоробея вообще забавно выглядят. Давай! Раз шаг, два шаг, оп! А, я не хочу за тобой следовать. Иди отсюда. Между деревом и мумией? Возможно. И зомби. Чтобы зомби всех обогнал. Ну, согласен, что одна звезда это немножко странно выглядит. Ладно, вы сюда. Меня, правда, толкнутся, скорее всего, под мумию, но это не проблема. Ты сюда. А, не сюда, вот сюда. Ну, ладно. С Биллом Мюррея. Зачем не добро пожал в Зомбиленд, где он там тоже что-то такое. Так, ребята, для ассиста у меня здесь стоят. Соответственно, можем дать ассист сюда, если что. Стойкая. На дубле тебе крепкую стойку возьму, парень. И ты стойкий. Молодцы какие. А это уже интересно. То есть у меня свободный игрок здесь. Так, сейчас, секунду. Ну, у них типа нету выхода в навыки паса и нету четвертой ловкости. Это да, здесь два игрока занято. Защитился, молодец. Ладно. Окей. Выстрел. Так, дружище, ты идешь сюда? Ты идешь. Я даже не знаю куда. Сюда, наверное, ты идешь. А, нет! Ну и хрен с тобой. Так, теперь надо подумать, кто куда дает ассисты.
Кто и куда дает ассисты, парни? В этом даже есть некий смысл. Блиц, наверное, сюда будем делать. Этим парнем я не знаю пока что делать. Очень странно все. Блин, сначала блиц попытается сделать. Правильно. Регион. Так, здесь блок с блоком. Соответственно, делаем его. Блок с блоком сработал. Шиво. Если я упаду, этот парень будет давать ассист на мумию, он сможет здесь бифы ударить. Грустно, почему бы нет? Окей. Реген. Ну да, в среднем 1-2 часа она там длится. Окей. Нет, моя мумия побеждена. Вот, блин. Ладно. Они победили нашу мумию. Мы победим их гулей. Я действительно победил гуля. Так, давайте скелетика прикроем. Ну, без Бладвайзера, да. Без Бладвайзера, по сути, одно и то же. Здесь мумия ушла куда-то. Так, ладно. Ты идешь сюда, будешь с ним драться. У нас потеря силы, соответственно. Соответственно, надо бы сюда толкнуть. По-хорошему. Или сюда. Лучше вовнутрь. Не знаю, по-моему, шикарно смотрится здесь, по крайней мере. Давайте перебросим. Ну и ладно. Игра мне как бы намекает такая. Выбирай двойку. Надо было здесь сначала все-таки удар сделать.
Да, кто-то уже это говорил, кстати, Луциан. Что эти... Мумии очень уж похожи на нашу сборную. Лучше бы он это убил друга. В принципе, подобрать мяч без рерола сложнее, чем отдоджиться с реролом, так что я думаю, что здесь я все правильно сделал. Единственное, что надо здесь сейчас блок сделать. Снимает ассист, этого поднимаю, снимает ассист, даю ассист, бью в два куба. Окей, все, разберемся. Что ж ты такой ловкий-то, парень? Мумия к тебе все равно придет. Лол. Тун, 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 тудун. И, кстати, если я его толкну сюда, здесь у меня все равно будет удар, по идее, или нет. Или нет. Хотя, если я проследую, то будет удар, кстати говоря. Мех. Да, здесь шанс выбить побольше все-таки. Меня и двойку устраивало. Как бы молитва на флоу — это часть Бладбола. Без этого никак. А, окей, здесь додж, который мы не делаем. Давай, бей уже. Да чё ты как не свой? Вообще очень круто. Вот прям морды нарисованы шикарные. Так, ладно. Вопрос дня. Чё мы делаем? Ну, лучше споткнуться на додже, чем получить от мумии по мордасам. Или не споткнуться на додже. Так, сюда мы заводим зомбика ради того, чтобы мумия могла бить только вниз. Здесь вроде как наши ребята стоят. Имена стандартные. И, возможно... Да, я подлагнул в какой-то момент. У меня сосед опять начал ремонт, и, соответственно, да, я опять подлагнул. Ну они шикарные здесь имена вообще. Гельмут Угрюмый. Или вот этот Освальд Герой.
умощенный, прям вот мумия, прям реально. Ну, окей. Мумия победила! Ну, наши ребята так просто не сдадутся. Туда-сюда эти шатания очень клевые. Так, ты идешь сюда. Прыг, 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 прыг. Ты идешь сюда, наверное. Блин. Как лучше укрепить эту штуку? После удара или после подбора? Не, почему? У меня есть один скелет, вот он. Он сделал свое дело и ушел. Здесь тоже вот он, скелет есть. Или перекрыть этого игрока. Теперь без даджа. Дальше что я хочу? Я хочу подобрать мяч. Я хочу подобрать мяч. Кем я хочу подобрать мяч? Дракон, хочу подобрать мяч. Давайте рекордим. Да, нам удалось. И мы бежим отсюда. И мы бежим отсюда. Сюда вот мы бежим. Не, если бы Легислат, если бы я не потратил переброс, я бы передавал. В смысле? У мумии доступ только в силу. Да, это стандартный бегай. Просто умеющий без тупки, без негатива. За спину лежачему гулю. Тут вроде и так все нормально перекрыто. Бегая очень крутые, реально. Их две, они очень крутые. Но скорость как бы есть скорость. Да, вот одна мумия. Собственно, вот, ну вот они две лежат. Скелеты, собственно, вот скелет. Он имеет 5-3-2-7. И толстый череп с регенерацией. Зомбак, он 4-3-2-8. Но без толстого черепа. Скорость меньше. Толстого черепа нету. Но зато броня больше. Ну, в принципе, хорошая линейка. Из скелетов я бы делал только чисто грязных игроков. Просто мелкие грязные скелетики. Ну, такое тоже реально. Но не сегодня. Идем сюда. Ты что делаешь ты? Ладно, сейчас разберемся со всей этой ерундой. Ты встаешь. Здравствуй, Позик. Дадул, я пытаюсь. Я пытаюсь. Для начала надо отсейвиться. Мне кажется, это логично. Сюда отходим.
Так, сначала мы сейвимся тут. В один куб я не хочу ничего делать. Это не хил. Это возможность воскресить любого убитого игрока оппонента. Кинуть что ли здесь в один куб? Мои мумии слабее. А, травмирован. Окей. Мумия левелапнулась. Минус ловкость. Нет, парень. Как тебе теперь играть-то с минус ловкостью? Ох, вейт. Ловкость же не влияет. Не, со скелетом ДП, на мой взгляд, отлично брать. У них скорость повыше, то есть им проще добегать до фолов. А так, ну, блин, гномы же играют как-то с линейками в 4 мува. Собственно, я в этом проблем-то не вижу. Ну и двоечка. А че не так ложаться, типа уснул? Такой плюх, типа спать лег. Так, переброса нету. Блок без блока я не хочу делать. Блицеры просто дешевле стали. А, блицеров апнули Бретония. Орковские просто подешевели. Хватай его! Да, грязной лапой, правильно. Ты поднимаешься, ты идешь сюда. Это скелет? Это скелет. Значит, ты тоже поднимаешься. Ты идешь сюда. Сейчас бы две единички пришли, было бы, конечно, совсем печально. Хрусь-хрусь. Ты просто встаешь. Ты слишком молод, чтобы я тобой жертвовал. Так, вопрос в чем? Стоит ли сталить еще один ход? С другой стороны, это не ранки, это и за один ход он мне вряд ли занесет, так что какая мне разница. Бритоша. Не поднялся, окей. Я ничего не скипал. Это такой занос. Короткий. Старплееров две штуки завезли. Вампира и мумию. Два штука. Тоже спит. Ну, Чейни он уже был. Я про новых.
Гуль? Что-то я Гуля не увидел. Я смотрел этих старплееров сегодня, ну, как зашел. Не, по-моему, он так не умеет. Это же старплеер. Он как бы сожрал специальной крови. Гуля я не видел. Я сегодня с утра говорю, вот начал трансляцию с того, что пошел посмотрел старплееров. И я не увидел у старплееров, ну, точнее у андедов этого старплеера. Гуля какого-то. На, его в магазине еще просто нет, окей. Здорово, товарищ. Как у тебя успехи с выравниванием графика? Пробой пошел. Выровнял, окей. Умощенный вообще молодец. Получил левелап, уснул и отдыхает. Кстати, мог бы и Гуля пнуть, если бы постарался. С другой стороны, вайты тоже неплохо. Сейчас Бретонию хочу посмотреть. Бретонию старплееров. Блин, они мячик между ног у себя прокидывают. Потом такие, а, чок, где мяч? Так, я хожу, да? Шесть, пять, шесть, нормально. Двойной могучий удар. Звук еще такой. Ву-ву-ву-ву. Шесть. Нормально. Я 7 цанов заработал. Я такой молодец. Гуль. Ну, окей, ладно. Гуляпнулся чуть-чуть. Давайте посмотрим, что у нас по статистике. Ну, по статистике очень хорошо, конечно, нафармил за эту игру. Ничего не хочу сказать. Вот это вот новая табличка. Если честно, она меня расстраивает. Она типа а-ля BB1. Но что-то она не та. Это что такое? Почему он мертв? А, пропускает следующую игру, окей. Вот этот черепок меня пугает, конечно. Вот это мне, например, нафиг не надо. Вот, ну вообще мне это не надо. Зачем они это сюда ввели, я не понимаю. Новый уровень, окей, давай. Ну, почти. Почти. Захват, наверное. Захват, стендфирм. Стендфирм или захват. Или вообще срыв отбора. ПО. Окей, пусть будет ПО, давай. Давай!
Посмотрим, как это выглядит. Так. Освальд герой, да? Новый уровень. О. О. Интересно. Сразу на стрелку. Давай попробуем. Не, нифига. Подскок? Не-не-не, мне Блодж больше нравится. Пока таклов нету, Блодж будет, по-моему, жестче ролять. Пыльного там собирают по запчастям. Реген. Мне не нравится. Вот сколько у меня сейчас игроков в команде? Вот как понять? Вот нигде нету цифры даже, что у меня там... Кстати, Лига Нав. Если что, Никол. Но он реально мертв, как бы. Ну, или не мертв. Не жив, по крайней мере. Вот, ну, блин, непонятно, сколько у меня игроков в команде. Меня это дико раздражает, если честно. Так, ладно. Что-то мы там хотели посмотреть, да. Да. Просто смотри, в магазин если заходим. Вот вампирчик. Достаточно пафосный, надо сказать. Такой есть в черепках, цепях и так далее. Рамут. Рамут мне кого-то Павдеди напоминает, такой в этих в черных очках. Дальше идет Чейни. И стандартные старплееры. Что-то я этого не помню, хотя я у дарков вообще старплееров особо не помню. Нет, здесь все стандартное. А, привет, Диамет, а на бете смотрим. Не, ну вампиры они, насколько я помню, все в черных очках. Вот, а у Рамута прям такие расовые очки, скажем так. Так, а ну-ка, товарищеские матчи. Локальный. Мои пизанты. Брайт Крусайдерс, да? Ну-ка. Даджи. А, нет, стоп. Не даджи, мне показалось. Вот он, додж. Но это бред. Халявный доступ в ловкость. Халявный доступ в пас. И общее. Три ветки. Три ветки у Бретонии. Ну-ка. А, не то. Орки, да? Мы хотели посмотреть орков. Видите. Новых эмблемок, по-моему, все равно не завезли. Так, 80 и 80. Подешевели. Эти ребята явно подешевели. Тролль такой же. 40-50, да, все так же. Здесь тоже все так же. Здесь все так же.
6,339. Все так же. В общем, орки стали на 10 тысяч дешевле. Теперь можно собрать полную команду орков и сверху еще купить гоблина. Ну-ка. Так, 4. 3. Скажем, бросала 70, да? То есть я могу 20 и здесь выиграть. Итого у меня будет... Скажем так. А... 4-4-3, да? 11 игроков. Тридцатник лишний, соответственно. Тридцатник лишний, то есть хватает на металлу, в принципе, вместо линейки. Четыре чёрка, четыре блицера. Купи меч. Он меч будет носить? Чёрк. Ну вот, полный ростер. Колтуски надо поменять местами. Чёрка с бросалой. Бросалу с линейкой. 4, 4, 1, 2. И 3 переброса. Табличка вообще дерьмо. Вообще мне не нравится. Это прям дизлайк. Она типа а-ля такой первый Blood Bowl, но я не вижу в ней смысла. Я тоже говорил в начале стрима, что лучше бы где-нибудь переключатель бы сделали. Типа, хочешь такой, хочешь такой. Но нет. Нет. Потому что мне, например, было не лениво щелкнуть на соседнюю клетку, чтобы вот это вот видеть. Здесь мне это вообще не надо. Я не знаю, зачем оно. Так, а ну-ка давай-ка сейчас, секунду, ребят. Ну, в принципе, да, здесь цена видна, вот это единственный плюс. Могли бы, в принципе, и здесь внизу под табличкой, ну, в старой версии, внизу здесь под табличкой или сверху писать цену за игрока. Вообще бы ничего не изменилось. Ну да, цена вот выросла, смотри. Вот они, два одинаковых, один 120, один 140. Так, Бретония. Стоп. Ловкость обычно им не свойственна. Теперь свойственна. Эта команда не боится рукопашной, но они дорогие поля. Так, блицеры. Так, слишком хрупкие для схваток. Ага. Семьдесят, 110, 40 без изменений по цене.
Здесь никаких изменений. 6-3-3-8, да. Блицеры 7-3-3-8. Те же самые 110 тысяч. Выход в три ветки. В три ветки. Блин. Какая же жесть. Как будто ты трех кидающих... Ой, четырех кидающих закупаешь просто. Эльфийских. Кроме андеды, только что я сыграл за андедов. Сейчас будем смотреть просто анимацию. Вот андеды. 70 тысяч, кстати, можно докупить кого-нибудь в будущем. 70, 40, 40, 90. То есть на умертвие надо еще фармить. Гуль, зомби, скелет. То есть можно еще одну гуля будет докупить в будущем. И... А, стоп, умертвие две всего. Я думал, их четыре можно. А, тут два умертвия всего. То есть надо только гуля и скелет вот докупать. Ладно. Поехали смотреть во френдли матчах. Противник локальный. Кого ты там говорил? Норсы... Нежить. Ага, вот он. Ульрик Узурпатор нас интересует. Ну, мумия вот. Вот мумия. Вот у мертвия. Нормально. Не, мумии две нормально. Так, а здесь нужна моя команда. Ради мумии, собственно, с ПО. Поехали. Нежить, нежить, все. Четыре. А, я типа ничего не могу, да, купить вообще? Да, я ничего не могу купить. Поехали дальше. 540 тысяч. Наемник, ну понятно, да, у меня лонер. Игорь! Любая команда, которая не может нанять постоянного аптекаря, имеет право нанять на время Игоря. Игоря можно использовать один раз за матч, чтобы сделать переброс неудачного броска на регенерацию игрока. Круто. Отличная идея, мне нравится. Где мумий? Да, я согласен. Так, Лютер. А, вот, уховориш. Лютер. Блин, Рамут как этот стоит? Почти как Моргенторг. А это еще дороже. Блок, сайдстеп. Гипноз, реген. Так, берем парня. У нас 160 тысяч осталось. Можем из своих уховориша докупить. Я думаю, тоже оно того стоит. Вампир пока подождет. Наемник, наемник, наемник. А Гарри это кто? Вот это что ли? Игорь! Дергай рубильник! Да, гуль все-таки есть, но его почему-то нет старплеера. Пейн Парк. Нормальное название, мне нравится. Ребята уже танцуют. Нет, Игорь это не я. Хотя, может быть. Так, он пришел. Ур. Но я понял, что он не доделан. Я понял. Так, прием мяча. Мне, в принципе, не важно. Так, мы их расставляем на лосс. Возьмем тебя сюда. 8-3-3-7. То есть он более быстрый, чем гуль. У него есть дайвинг кетч.
У него есть спринт и кетч. Ну, что-то я не знаю, кто его покупать будет. Так себе, на мой взгляд, парень. Так, парень с ПО, Рамут. Ну, Хавориш будет блицевать куда-нибудь потом. Вантерн делать. Ну, вантерном реально, конечно, сделать, но что-то бредовенько. Рамут. Дальше. Что нас интересует здесь? Нас здесь интересует вот этот парень. Нас интересует этот парень. Вот этого я зря сюда поставил, но мне надо было ставить. В принципе, все, наверное, да? У этих ребят больше нас никто не интересует. Это не Хемри, это Undeady Alive. С этим шлеме, да. Безопасность превыше всего на поле. Спо, парень, это спо, парень. Да Муми уже много раз пинали мяч, я гуля. Ага, буль через себя бьет, точно. Пизанты могут переставить игроков. То есть вот этого парня мы убираем отсюда. И, в принципе, все. Мяч прилетел, на мяч нам плевать. Мы сразу повалили. Они пока еще не вышли, лайф. Это ОБТ. Так. А, это ПО, это что-то. Это ПО, это 5 просто. Поехали. Сейчас вот этот парень меня интересует. Пятерочка есть. На. Вот у Муми ПО впечатляющий, реально. Эти ребята что-то знают. Бьет, как обычная мумия. Окей. Разницы нет. Регенерация не сработала. Так, ассист. Блин, он же не падает, да. Не того я подвел. Окей. Так. Что у нас осталось? Кем я не фалил? Вот этим парнем я не фалил еще. Так, здесь все стандартно, окей. Подошел, наступил. Не вопрос.
Так, теперь. Ты бьешь его. Да, граб же есть, точно. И толкаешь вот сюда. Да, у меня уже были мысли занести мумии. Пошел. Ну, у них с Вайтом одинаковая анимация. Это вообще хуманская анимация же. Фала. Что за ересь? Так, ладно. Ну, это новый сервер, соответственно, новая база данных аккаунтов. Соответственно, надо новый этот создавать аккаунт. Так, ты вставай. Вставай. Да я не хочу распасовку, я хочу вот этой мумии в будущем дойти сюда и занести попробовать. У меня сейчас идея вот сделать додж и посмотреть, как это будет выглядеть. Нет. Возвращаемся обратно. Нет. Нет. Окей, ладно. Пойдем зомбиком пойдем. Тоже нет. Что-то его как-то штормит. Ладно, едем дальше. Так, что я хотел? Мумии я уже посмотрел на... Мумии я уже посмотрел на этот... Да, кислота хорошая выделяется. Надо фол гулем еще посмотреть, как выглядит. И фол старплеерами посмотреть. Так что сначала старплееры едут фолить. Потому что анимация удара... Сейчас, ремпай, сейчас. Сначала тем, которых вообще не было видно. Собственно, сначала старплеерам. Так, удар рамутом. Освободим его на будущее. Да ничего не делай. Ибо ты меня не интересуешь. Окей. Фолстер. Поднимись. А, рамтут. Точно, рамтут. Окей. Давай. Нормально там лапами. Лапами умеет работать парень. Так, и... Все прокинул. Раб тут третий. Окей, ладно. Третий, так третий. Я запомню это сит.
блин, так они тупо падают. Просто это так смешно смотрится. Ну, я не видел, как она в первом. Здесь он вполне себе встает. Так, нам надо завалить Рамтута. Логично. Для этого надо дать кучу ассистов на него. У него какая сила? У него 6-я сила, блин. Дерево ходячее. Дальше. Мумия с двумя ГФИ делает удар. Заодно, если что, посмотрим, как мумия фейлит ГФИ. Давай реролим. Ага, окей, 5-6. Окей. Давай, парень. Давай. Настал твой час. Можно потом... Или сейчас... Нет, лучше сначала сделать здесь. А, фолдер. Ничего так. Да, это бегая. Умеют же, когда хотят. Ироды. Берем разбег. Вылетел с нокаута. Ну давай, парень. Мумия смогла, и ты сможешь. Ты в два раза более ловкий. Ну или не сможешь. Но он его тоже откусить хочет, кусочек от умертвия. Ой, от судьи. Так, тобой чуть попозже пойдем. Этот фол мы видели, этот фол мы еще не видели гулем. Так что... Какой спелл? Вот этот? Это ты можешь поднять этого первого убитого оппонента в виде своей собственной нежити. Ребят, по смумии мы будем делать всю оставшуюся игру. Кучу малу я уже делал у мертвым, он же летал. Так, обычный гуль как это делает. Угу. Анимация старплеера и гуля одинаковая абсолютно. У нурглов, некромантов и нежити такая фигня. Так, этим мы видели. Рамута нет на поле, чтобы я им фол посмотрел. По умерть. Ну, на следующий ход дам, окей. Ой, да ладно, подожди. Написано, что нурглятина тоже поднимает. Типа, благодаря там своей хрени.
Shock Moment, да, это надо взять еще. Они когда-нибудь упадут сегодня на ГФИ? Или нет? Уи! Так они забавно падают. Давай, парень, чуть-чуть осталось. А, да, он же блоджер. Он же блоджер. Ладно, потом зомбятину подведем. Так, скелетиком уже не побить. Он же бьет. Стоп. А, он фалит, просто наступает, да. А-ля Хуман. Ну, она немножко странная, я бы сказал. Что-то они все так нормально ходят. Мне даже кажется, за андедов надо играть, когда ты такой ГФ делаешь нон-стопом, и все нормально. Я не помню, кстати, кого поднимают. Нежить, по-моему, у нас зомби поднимает. Нет, стоп. Нежить, по-моему, скелета поднимает, а некроманта зомбя поднимают. Или наоборот. В общем, линейку поднимают. Стандартную. Что-то они странно падают. А, все скелетов поднимают. Ну, я не знаю насчет этого, Грайдкор. Там, где я читал, там написано, что одни поднимают типа одних, другие поднимают других. Я не знаю, как там сейчас работает. Раньше это было вот так. Может, наоборот, очень даже дружат. Так, надо подвести зомбика, которого легко повалить. Зомби, да? Окей. В смысле, все стали зомби поднимать или как? Или андеды все-таки зомбиков поднимают? Ну давай, мумия, ты сможешь. Ну, кто ж так поднимает-то? Поднимать надо на 5 с плюсом. Ну почти, почти, уже лучше. Кто ж так тонет? Вы ж так не утонете. Пробой. Давай. Так, кто у нас там еще не падал на ГФИ? Зомбяк падал, он просто опускается.
лучший повар, окей. Так, скелетик. Блин, скелет, он реально клевый, по-моему. Как ты на поле выглядишь? Скелет шикарен. Ну, вот, вот верхняя половина вот эта вот, она прям шикарна. Даже руки вот эти шикарные, слабенькие. Но вот то, что посередине такая дырка как бы пустая на позвоночнике, мне не очень нравится. Могли бы какую-нибудь потрепанную реально майку дать ему. Падает, как крыса, по-моему, по анимации. Да и хуманы, по-моему, также падают. No, not today. Ну давай, парень. Ты должен суметь это сделать. Да, он сумел. А теперь мы аккуратненько движемся. Так, а скелеты на поле остались? У этой команды не осталось скелетов на поле. Одни гули. Скелет уже ходил. Этот ходил, мумии остались. Вообще как хуман падает один в один. Только еще жук с него взлетает. Он ходит чуть быстрее, чем дерево. Упадем в конце. Так, ладно, кем еще попробовать позаносить? Надо зомбиком занести и скелетом. Остальных мы, в принципе, более-менее уже видели. Ты о чем, Грандкор? Так, зомбиком и скелетом осталось занести. Но тут за два хода вряд ли занесем. Ладно. Окей. Бей ему в лицо. Ну, да, мне тоже вот нежить больше, чем Норсис понравилось по анимации, по вот этой всей. Сделаешь это. Ты сможешь. Ты умеешь. Верь в себя. Зомби смог. Зомби молодец. Зомби не дурак. Шесть.
7. Да, скелет очень сильно обычных хуманцев напоминают. Давай, исчезай. Регенерация. Что еще осталось-то здесь сделать? Вроде все, да? Ну, как никакой. Они, в принципе, вот... морда у них нормально кастомизируется. Ладно, на тебя будем делать пас. Окей. Не очень такой пас. Давай лучше. Ты можешь. Фух. Молодцы. Сломали. Диагноз сломали. А почему мне не дали ПО, кстати, выбрать? Ребят, почему мне не дали ПО выбрать? Да ладно, травить нельзя. О, я думаю, всегда можно, как вот на колокольчике. Гринзу сделать астравирую, да-да-да. Кстати, да, пас мумии еще остался. Блин, очередная травма, это уже какая? Это уже третья травма, и она отхиливается. Неплохо. Это не муха-моль, это скоробей. О! Встал, отлично. Будет кемфалить. Ну, именно из тех, которые отрегенились, третья травма. Три травмы отрегенилось из пяти. То есть здесь вот валяется один, здесь валяется один, а эти ребята не отрегенили. Так, ты идешь отсюда. Ты идешь отсюда. Ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Еще ты идешь сюда. Просто идеальная защита. Perfect defense, не знаю. Так. Ты идешь сюда? Что-то потери кадров опять залагать, ладно, не важно. Ты идешь сюда. Да стоп, а зачем ты сюда, если у меня есть парень с блоком? Так, 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 так. И, в принципе, гули на подборе мяча будут передавать в руки скелетам. Это open beta undead'ов. Starscream. Это open beta именно undead'ов.
понеслось. Чё? Где? А. Окей. А, у него кик в раскачке есть, я понял. У него есть в раскачке кик. Начнем. О, поймал. Бросок за мячом сработал. Нет! Не с поля. Оставайся на поле, грязный мумий. О, это зомби. Так, бежим вперед. Бежим вперед. Что у нас еще тут есть? Ты. И фол, собственно, рамутом. Рамтутом. Рамтут. Рамтут. Не рамут. Ни разу. Обычный. Как у обычного зомби. Возможно, доделают. Ой, у обычной мумии. Возможно, конечно, в будущем доделают их, но сейчас так себе. Еще надо бы ПО, конечно, на скелетах зомби посмотреть, как это выглядит, и на этих, на гулях. Вообще, зря я переброс использовал. Старплееров. Рамтут, вот он. Собственно, срыв отбора, сильный удар. Ну, сильный удар он стандартный. Реген стандартный и борьба. По сути, вот два навыка ему добавили. И шестая сила, кстати. А, и пятый мув. Не третий, как у всех, у этого парня пятый. Ну, у Барика, например, мне нравится анимация фола. У Барика одна из лучших анимаций фола в игре. Так, где этот? Вот за этот уховориш. Кетч, дайвинг кетч, спринт, ну и дождь стандартный. И у него еще на единичку мува больше. Привет, крокота. Старплеер вампир вышел, просто денег не хватило. Либо рамтут, либо вампир. Кстати, надо... Надо попробовать сейчас вампира взять, старплеера, и посмотреть его анимацию ударов, там вот это всякое, лабуды. Тобой можно тратить перебросы, в принципе. Брум-брум. Рамтут и рамтам. Да. Надо вампира было назвать рамтам. Так, давай скелетик, мы бежим. Мы бежим, и ты получаешь мяч. Окей, мяч получен. Победа скелета. Как хуманский кетчер упал? А, он развалился. Он, по-моему, развалился, пока нес. И Майкл Джексон. Триллер.
По-моему, не хватило бы. Это 150 тысяч выигрыша, а я свои доплачивал на зомбика, которого, в принципе, в магазине не было. Я хотел его посмотреть. Если бы на всех трех. Так, эти ребята будут выбивать мяч этим ребятам, соответственно, но мы их ставим кучно. Они нам нафиг не нужны уже. Так, здесь надо зомбиков по бокам. Вот это мне нравится. Это вообще с блоком. Забег зомбячий сейчас будет у нас. Особенно будет забавно, если скелет сейчас мяч поймает. Так, кем выбить мяч? Гулем. О, зомбяк. Ну-ка, зомбяк. Выбей мяч. Так, нормально. Окей. Зомбики бегут. Зомбячий забег. Бери мяч. Хребтохруст, странно. Гнилопрыг. Окей, а здесь? А здесь почему-то пробел. Я когда создавал, мне вот это вот не давало покоя. Почему здесь пробел? То есть могила, глот с пробелом. А здесь все как бы камнежуй в одно слово. Очень странно. Вообще. Давай! 50% пас? Нет. Это так не работает. Давай. Пошел. Понес. Так, мы несем мячик. Полумер... Ну, не знаю. По-моему, они и там прикольные, Грандкор, на самом деле. При палящем солнце зомби должны прямо во время матча разваливаться. Или превращаться в скелетов. Пошел.
Молодцы. Что я могу сказать? Так, за этот ход заносит вот эта мумия, соответственно, ей передаем. Ну, зомби. Мумия, блин. Поймал, молодец. Умница. Занес, так, закатил мяч. Ну, тоже ничего такие. Так, ну вроде все основные анимации посмотрели. Давайте посмотрим на вампира. И я думаю, можно на время закругляться. Товарищеский матч, локальный, собственно, все то же самое, только здесь нежить дорогая. Так, и посмотрим на вампира. Здесь ничего. Мумия. Так, и зомбаки. Рам тут. Конечно, дорогой вампир. Очень дорогой. Игоря возьмем. Всегда приятно иметь с собой Игоря. Так, ну и тут все по стандарту. Да, Сит, они все те же самые абсолютно. Мы же смотрели. Теперь такой полет над стадионом. Вампирчик. Какой-то вампир не пафосный. Я там думал, нарать будет по всем, ну, на всех там. Нападение, конечно же. Да. Игорь это как апотекарий. Типа, он дает возможность перекинуть неудавшуюся регенерацию. А где наш вампир? А, вампир с той стороны. Окей. Что, убираем этих ребят. Они нам здесь совсем не интересны. Подставляем этих ребят. Ну, может, он этой вампирской крови... Ой, вампирской... Драконьей крови нажрался, ему не надо больше. Так, здесь вроде все нормально. Здесь вроде все нормально. Окей. Стоп, это... Тоже СПО, да? А, в принципе, СПО. Пум-пум-пум-пум-пум. Анимации ударов посмотрим, всяких фолов. Не, ты что здесь лишний? Надо было взятку брать, вот что надо было брать. Так, мумия выбивает мяч, окей. Мумия выбивает мяч. Пятая сила.
кстати, четвертая ловкость. В принципе, круто. Блок. Да, додж бы ему еще до кучи. Было бы неплохо. Бьет он просто с размаха, ничего серьезного такого, неожиданного. Пятая сила Глоджер, да, о чем? За 390 тысяч, я думаю, это вполне реально. Хотя с гипнотик гейзом вряд ли. Не-не, я сказал, что здесь доджа нету. Я просто сказал, что было бы совсем уж хорошо. Нет, ребят, я же сказал, что... Ладно. Но все равно 5-4 это впечатляющий статы, надо сказать. О, как он лапками пробивает. Ну давай, скелет. Ты ради этого умер, ради этого вернулся. Я знаю, что ты можешь. Ну, это не совсем то. Попробуй еще раз. Вот это скелет. Вот из кого надо распасовщиков растить. Ой, блин. Не, кстати. Ну, есть что-то похожее, но, по-моему, вполне себе отличимо. Ну, от зомбака так просто не убежишь. Ну что, посмотрим, как он заносит, потом посмотрим фол, а то вдруг его удалят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну и ладно. За два хода донесем. Блин, мы рамтутом же не посмотрели, как он заносит. Хотя там, скорее всего, обычная анимация этого. Мумиё. Фол неинтересный? Окей, значит, время бить вампира. Да, в первом ББ я помню, они этот петлю делали. Кем я тут могу повыбивать скелет? Вайт, да? Давай вайт он. Идеальная защита. Просто идеальная. Thank you.
Окей. Давай, куси его, Гришка. Молодец. Его куси. Забавно. Да гипноз он как обычно работает, типа бип. Жами мусорщик. Густав уродливый, ну да. Он при жизни был не очень. Густав, я не знаю, как он лучше. Вали зомбака. Ой. Это немножко не то, на что я рассчитывал. Ладно, ладно. А где мой зомбак? Я хочу из его зомбака сделать своего зомбака. Где эта штука? Дайте ее поюзать-то. А, да, он же с регеном. Тьфу, блин. Да и это неучимо отчасти. Это забывает то, что станьте реген, и пятисильные ребята не воскрешаются. Это надо пизантов каких-нибудь избивать ради того, чтобы кто-то умер наконец-то. Не, ну я же ей ни разу не пользовался, Сид. Соответственно, надо как-то узнать, как это работает. Ой. Не падает что-то. О, падает. Нормально. Что-то он поднимается так себе на самом деле. Два раза прыгает. А, еще и кланяется в конце. После фала. Окей. Анимацию обязательно увидим. Я думаю, в Рубу Бейли рано или поздно увидим. Время толкнуть этого парня. Да не хочу на пятерку уронять. Да что такое? Что происходит? Ладно, шаг в сторону, окей. Я не хочу его ронять. Почему он падает? Мертвый сезон. Ну, стандартный гипноз вообще без проблем. О, стрелочка. Сайдстеп абсолютно обычный. Ну, собственно, вот и весь вампир. Ну или, по крайней мере, клыкастый парень. Лига Андедов, да.
Особая такая лига андедов, андедная. В принципе, осталось только попробовать какого-нибудь крестьянина убить, но я думаю, это долго. Пробитие. Смысл пробитие? Пробитие обычное? Или ты имеешь в виду, как его пробивают? У него 9-й арбор, его пробить достаточно тяжело. Вот заставка со стадионом, значит, достаточно прикольная. А так, в принципе, точнее, создать себе команду из 11 крестьян и тупо избивать их всей командой, лезть в контакт и ждать, когда там кто-нибудь сдохнет. Но мне кажется, это можно и 3 игры там их бить-бить и никого не убить в итоге. Хотя попробовать можно, конечно. Но времени это займет очень много. Как раз есть бретонцы. Купить игрока. Да, кстати, у крестьян же фент. Окей. Пусть будут вудята. Где они там? У норсов блок. Не обязательно на блоке. Окей. Не надо мне никого формировать, я сам себе закуплю. Ну так, если кто-то вылетит. А разница между крысами и эльфами? Только в ловкости и все. Окей, на всякий случай переброс закупим. Ну давай. Дети не до эльфа. Вот они. Здесь, в принципе, эти есть. Что у нас тут по старплеерам? Собственно, уродливая дриада, виллу. И Джарел Ветерок. Прям вот Ветерок. Так, ладно. Я что-то ветерка не помню. Снег. Отлично. Так, это надо, чтобы эльфы дороже были, Энгри. Что-то у него с головой случилось, по-моему, у Варденсера. Это нормально. Видишь, шрамирование какое-то. Понятно, конечно. Все на лосс. Так, ну это стандартный парень. Тут, в принципе, ничего такого.
Не, Рамтут выглядит как очень модная мумия. А, кстати, да, слушай, реально. Можно же было самого себя запнуть. Блоджер. Ну, Вардансер с... сайдстепом и дайвинг кетчем. Окей. Очень прочная дриада, надо сказать. Все на дно. Вторая мумия. Ну, выглядит печально, согласен. Что вот просто с ним сделали? Что это за огрызок от Варденсера? Вот. Где он тут? Камера. Там отгрызок, огрызок Варденсера. Вот, вот что это такое? Что это? Пусть он выбивает мяч. Как обычный Варденсер выбивает. Сойдет. Так, кто у меня тут еще с блоком? Ты? А, у него силы 4. В отличие от обычного Варденса. Очень прикол. Да, и есть у них такие зачатки, в принципе, мне кажется. Бам. Ну, я знаю, что это дриада. Это вообще должна быть женская моделька такая деревянной девки. Типа дриады. В итоге зачем-то голову дриады какой-то непонятный. Да, даже мужика, не знаю, как это назвать, дриадона, налепили на бошку Варденсера. Что, собственно, очень странно. А, ни блока, ни доджа. Ну это да. Но анимация полностью соответствует, я, в принципе, к этому вел. Давайте, грязные эльфы, умирайте уже. Хотя шанс, конечно, на такое убийство достаточно низок. Зомби проиграл? Нет. Что за зомби нынче пошли? Встаем. Встаем. Лезем в контакт. Thank you.
Не, нормально все. Так, ладно, продолжаем раздавать. Продолжаем. Травма — это не смерть. Маловато. Так. Да. Неприятно то, что из станти, конечно, не делаются зомбаки. Так можно было каких-нибудь скинков поизбивать, они бы явно быстрее умерли. Запас есть, если что. Густав уродливый удален. Никто не ненавидит Густава. Густава. Давай, умри. Не умер. Из камнедриста? Это, подожди, огры, огры. А где у нас огры используются? Так, эльфы скоро закончатся. В команде огров, окей. Ну, в первом ББ они же разные были, вроде как, с виду. Ну, тут не мы. Тут вообще команда Умрун хорошо сделана, кстати, да, привет. Команда в целом сделана очень круто и качественно. Да ладно, подожди. Мне казалось, что они там такие бегают, типа в этих, в одних набедренных повязках в команде огров. Давно я не играл в первый бой вообще, очень давно получается. Хуманов такой же, блин. Окей. Давай, умрет он хоть один-то сегодня. А,
Ладно, то умер мерзкий зомбач, а его даже не оживить. Старплеер — это, конечно, разочарование года просто. Виллу — это что-то ужасное. Я не знаю, как такой ужас можно было делать. Огры монголы. Ультрик вообще даже щелкать эльфов. Аргайл строгий. Нормально. Как андедами против твоей команды, а ты вот будешь как эти, как вуды играть, да? Так, блок есть, окей. Блин, вот этот скелет — это вообще просто шикос. Зачем я пофоловил? Но они сегодня умрут? Пожалуйста, парень, умри. Так, встаешь. Парень за картон. Там что-то просто нет. ФБшный такой Тибет. И удар по ноге. Как зомбаки успевают кого-то ловить, просто непонятно. Да, здесь блоков уже очень много. Mm-hmm.
У мумии тоже клевое ПО. Окей. Шепки не хватает. А? Просто самый уродливый игрок этой команды. Плечом. Не повалил. Блок есть на мумии. Гулит, конечно, со шлемом во рту, он сейчас забавный. Давай, дави его. Не хотят эльфы помирать, в общем. С другой стороны, старплеера все равно ничего не сделать. Собственно, какая разница? А, не глушены будут, окей.
еще на кого-то. Не, крюк, это просто нежить смотрим. Пытаемся убить хотя бы одного эльфа ради того, чтобы посмотреть, как они резаются. Это все. Эльфы выбывают, но не умирают. Вот у нас тут стоит скелет. А, зомби-зомби. Мне кажется, судье тоже интересно. Он как бы одного убрал так чисто. Я работаю, и все. И забил дальше. Так, ты встаешь. Ты встаешь. И ты встаешь. Разве не сменил? Странно, я нажимал. Я нажимал, чтобы сменить за это. Что-то она не засейвилась. Действительно. Очень странно. Не, стекер, я понял, что он именно про это. Ладно, сейчас еще разок пройдемся по эльфийским мордам, и я думаю, хватит. Что-то это реально долго. А где там последнее построение? Ну, ладно, пусть будет так. Один эльф не вышел. Пятая ловкость, неплохой старплеер. Вот сейчас это заметил, что пятая ловкость. Это бета пока. Нет, херк непорочный, что ты делаешь? Ох уж эти консоли. Так. Не пробился. На консолях в Коле там что-то порядка 13 или 12 тысяч команд. Я когда смотрел последний раз чей-то консольный стрим. Маловато, собственно говоря. Век живи, век ной. Что тебе надо ждать дольше?
Не, анимация вообще очень красиво сделана. Любая. И тачдаунов, и... Ну, фолы, ладно, не очень там анимация. Она достаточно стандартненькая. В остальном все вроде так приятненько смотрится. Я же смогу его риснуть? Он вроде... Или старплееров нельзя воскрешать тоже. Как и станьте. Как-то слишком однобоко, в принципе. Типа позеры там сильные, все такое, на практике как-то скудненько, скудненько. Пока баг не починит, можно? А, окей, хорошо. Чуть-чуть эльфов покинуло поле, и все, остальные железобетонные стали. Испугались за свою жизнь, наверное. Травма. 6-6-6-6 и 2. Ну почему? Одна шестерочка. Можно же было поменьше кубы закинуть, там на пробой армора и на вид травмы, зато потом выдать кубы получше. Пока не было. А, ловкость 3, точно. Ловкость же 3. Пока что мы ждем труп, прям ожидаем. С минуты на минуту должны привести. Да не, ведьмак, нормально на самом деле все это смотрится. Меня, по крайней мере, вот три зомби стоят в ряд, они как бы похожими делами занимаются, но хотя бы не синхронно. Ну, кот краб, он прочный и сильный. Типа 4 силы, 8 армора, как бы, и... 4 силы, 8 арморов и толстый череп. По-моему, это неплохо. Ну, я сомневаюсь, что ее кто-то возьмет. Но, в принципе, такое чисто для терпения пойдет. Когда уходит с поля на овертайм, ты мешаешь? Ну да.
Да вообще этих непопулярных старплееров, конечно, хорошо бы переделали уже на что-то более новое. Да-да-да-ду. Проверяем, как работает воскрешение, но что-то народ не умирает, соответственно. Сейчас домучаем. В принципе, наверное, хватит. Скорее она, но почему-то сделали оно. Давай, скелет. Ты можешь. Ты же пасы отдавал. Пофиг вообще. Слабый зомби. Какая разница? Вытолкну я один раз, а избивать можно много раз. Нет, слабак. Ну, у него почти получилось. О, есть один. Восстал. Блин, было бы круто, если бы для каждой расы были бы свои эти модельки. Типа зомби-эльф, там, зомби-крыс, зомби-андед. Вот это было бы вообще круто. А так, ну, чуть хуже, чем я рассчитывал. Мы добились своего. Герой дня Ульрих Узурпатор. Ну, я не против, вот реально, если будет стоить адекватных денег, я вообще ни разу не против купить. Ну, зомби андеда быть не может, у них регенерация. Если только зомби гуль. Почему жирновато? По-моему, вообще шикарно. И скелетов я бы таких же сделал, и этих, и гнилых ребят, нурглей. Я даже готов за это заплатить денег. Вот реально, чтобы у меня были модельки там каждого игрока. Там гнилые козлы и так далее. По мне, это было бы реально шикарно. О. А вот вопрос. Вот Эндлай получил МВП. Это зомби получил МВП, по сути, в моей команде, или нет?
Интересный прям вопрос. То есть это получится, грубо говоря, я убиваю игрока с двумя опыта. После игры он получает МВП во вражеской команде и левелапается у меня? Или это просто потому, что дружеский матч? А, он вообще нулевой становится. Окей. Не, ну блин, ну МВП же. МВП же дается после матча. То есть, по сути, у меня может быть зомби с 5 СПП. Или с 0 СПП. И получается, что оппонент просто не получит за него опыт никакой. Сколько? 73 блока понадобилось ради того, чтобы убить эльфа. Типа... Один эльф, 73 блока. Вообще идея интересная. Вон. Ну, наверное, пока что все на сегодня. Ну, или на сейчас, по крайней мере, все. Если что, там уже ближе к вечеру продолжим, потому что надо делами заниматься, а то у меня еще конь не валялся дома. Зря, что ли, отгул брал. Ладно, ребят, давайте. До следующего раза. Всем всего хорошего.